Демонстрационный вариант ЕГЭ 2014 года по математике, задача С3. Решить систему неравенств. 4 в степени х меньше либо равно 9 умножить на 2 в степени х плюс 22. И второе неравенство. Логарифм по основанию 3 от квадратного трехчлена х квадрат минус х минус 2 меньше или равно 1 плюс логарифм по основанию 3 от дроби в числителе х плюс 1 в знаменателе х минус 2. Давайте начнем решение с первого неравенства. Я его перепишу сейчас. 4 в степени х меньше либо равно 9 умножить на 2 в степени х плюс 22. Перепишем данное неравенство в следующем виде. Ну, во-первых, четверку я представлю как 2 в квадрате и все это в степени х. И перенесу все влево, то есть минус 9 умножить на 2 в степени х переношу с противоположным знаком влево, и минус 22. Справа остается 0, меньше либо равно 0. Далее, давайте перепишем вот первое слагаемое в виде 2 в степени х и все это в квадрате. Почему это можно сделать? Потому что при возведении степени в степени показатели степени перемножаются, и это будет одно и то же. То есть можно переписать первое слагаемое как 2 в степени х и все это в квадрате. Минус 9 умножить на 2 в х степени и минус 22 меньше либо равно 0. Теперь сделаем замену. Сделаем замену. То есть вот у нас 2 в степени х можно заменить. 2 в степени х давайте заменим на t. 2 в степени х равно t. При этом можно заметить, что t всегда должно быть больше нуля. Почему? Потому что t представляет собой показательную функцию. Показательная функция строго положительна. Значение, множество значений показательной функции строго положительно. Значит, t больше нуля. Делаем замену. В итоге мы с вами получим следующее неравенство. Значит, 2 в степени x. Вот это 2 в степени х заменяем на t, это получится у нас t во второй степени, то есть t в квадрате минус 9t минус 22 меньше либо равно 0. Находим корни квадратного трехчлена, то есть корни легко найти по теореме Виетта. По теореме Виетта заметим, что произведение корней равно минус 22, а это не что иное, как минус 2 и 11. То есть по теореме Виетта находим корни. t1 равно минус 2 и t2 равно 11. Ну, давайте еще раз проверим, значит, правильно нашли корни или нет. Вот произведение корней минус 2 на 11 должно быть равно вот этому свободному члену в нашем неравенстве. Ну, в данном случае мы решаем уравнение, находим корни, то есть решаем уравнение. А сумма равна с противоположным знаком вот этому значению при первой степени переменной. То есть получается минус 2 плюс 11 будет 9, как раз равно вот этому нашему коэффициенту b с противоположным знаком. Далее, теперь давайте определим корни уравнения. Для этого изобразим на числовой оси данное решение. Это парабола, ветви вверх, значит, на промежутке от минус 2 до 11 значение параболы будет отрицательным, а по краям положительные значения принимает парабола. Таким образом, решение можно записать в следующем виде. Да, нас устраивает те значения переменной t, я вот так сразу поставлю, переменной t, при котором значение параболы меньше либо равны нулю, то есть вот этот промежуток. Таким образом, решение будет иметь вид t больше либо равно минус 2, но меньше либо равно 11. Учитывая то, что t должно быть строго больше нуля, запишем окончательное решение в виде. То есть вот так давайте запишем t строго больше нуля. А это значит
окончательно решение будет иметь вид t больше 0, но меньше либо равно 11. Теперь необходимо подставить вместо t то значение, чему оно равно. Мы с вами делали замену. t было равно 2 в степени x. Подставляем вместо t 2 в степени x. 2 в степени x строго больше 0, но меньше либо равно 11. Левая часть неравенства выполняется при всех значениях переменной x. Поэтому решим правую часть неравенства. Таким образом, 2 в степени x нам необходимо решить меньше либо равно 11. Нам необходимо решить вот это неравенство. Давайте представим правую часть в виде двойки в какой-то степени, в виде числа 2 в какой-то степени. Левую часть я переписываю. А число 11 я представлю с помощью основного логарифмического тождества как 2 в степени логарифм по основанию 2 числа 11. Да, действительно, по основному логарифмическому тождеству это число равно, правая часть будет равна 11. А теперь, учитывая то, что основание у показательных функций больше единицы, и учитывая то, что показательная функция строго возрастает, то большему значению аргумента соответствует большее значение функции, наоборот, большему значению функции соответствует большее значение аргумента, мы можем от функции перейти к аргументам, то есть мы можем вот эти двойки с вами отбросить, и у нас тогда получится неравенство для аргументов сохраняется. То есть в итоге мы с вами получаем, что x будет меньше либо равен логарифма 11 по основанию 2. Это и есть решение первого неравенства. Давайте я это сейчас сотру все и оставлю только решение первого неравенства. Итак, решение первого неравенства. X меньше либо равен логарифма числа 11 по основанию 2. Давайте решим второе неравенство. Неравенство под номером 2. Для начала перепишем данное неравенство следующим образом. Давайте заметим, что вот этот квадратный трёхчлен имеет корни, по теореме Виета легко они находятся, это минус 1 и 2. А это значит, что можно разложить данное подлогарифмическое выражение на произведение двух сомножителей. Х минус 2, х плюс 1. Давайте сразу это запишем. Вот таким образом. И сразу давайте перенесем логарифм, вот этот второй логарифм, который находится справа, влево со знаком минус. Получится у нас минус логарифм по основанию 3 от дроби в числителе x плюс 1 в знаменателе x минус 2. Но единицу пока оставим вправо, справа. То есть, вот таким образом. Теперь можно разность логарифмов записать как логарифм как логарифм частного. Тогда мы с вами получим следующее выражение. Да, поскольку мы будем записывать, уже переходить к логарифму частного, давайте сразу запишем область допустимых значений. То есть вот надо не обязательно потребовать, чтобы подлогарифмические выражения, оба подлогарифмических выражения были строго больше нуля. Давайте сразу это запишем. То есть вот таким образом. X минус 2 умножить на x плюс 1 строго больше нуля. Можно заметить, что если данное неравенство выполняется, то тогда и данная дробь подлогарифмического выражения у второго логарифма тоже будет строго больше нуля. Поэтому нам достаточно в область допустимых значений записать вот одно вот это неравенство. Только произведение данных сомножителей больше нуля. Далее, давайте вот так запишем знак системы. Далее, первое неравенство перепишем, используя формулу разности логарифмов, как логарифм частного. Тогда у нас получится следующее неравенство. Логарифм от дроби в числителе x минус 2 в квадрате умножить на x плюс 1 разделить на x плюс 1 меньше либо равно единице. Давайте. То есть, что мы сделали? Мы записали разность логарифмов как логарифм частного. Давайте сразу, наверное, вот эту единицу я уберу и запишу, представлю эту единицу в виде логарифма по основанию 3 числа 3.
Да, и для того, чтобы не переписывать постоянно второе неравенство, наверное, давайте сразу его решим. Вот здесь вот место есть, давайте сразу его решим. Вот это вот второе неравенство, x минус 2 умножить на x плюс 1 больше нуля. Давайте сразу решим с помощью метода интервалов. Значит, во-первых, на числовой оси давайте сейчас покажем наши корни. То есть у нас корни 2 и, минус 1 и 2. Значит, надо их выколоть. Минус 1 и 2. Почему выколоть? Потому что неравенство у нас строгое. Минус 1 и 2. И теперь давайте с помощью метода интервалов решим. Так, это у нас x. А далее, x у нас на первом месте, либо проверить можете каждый промежуток, да, но так как x на первом месте, у нас начинается справа налево с плюса. Значит, плюс, минус, плюс, знаки чередуются. И нам нужно выбрать там, где плюс. Почему? Потому что у нас левая часть строго больше нуля. То есть мы выбираем вот эти интервалы. Таким образом, решение, я не буду его переписывать, у нас решение второго вот этого нашего неравенства, вот этого более простого, да, то есть область допустимых значений, оно будет представлять собой промежуток от минус бесконечности до минус единицы не включая, и объединяя с промежутком от 2 до плюс бесконечности. Мы должны будем в конечном решении это учесть. Давайте вернемся к неравенству, вот этому нашему логарифмическому. Слева и справа у нас логарифм по одному и тому же основанию. Логарифмическая функция, если основание у нас больше единицы, а в данном случае 3 больше единицы, это строго возрастающая функция, а значит, большему значению функции соответствует большее значение аргумента и наоборот. А значит, можно вот эти логарифмы отбросить и неравенство для аргументов сохранить, для подлогарифмических выражений сохранить. Давайте так и сделаем. Да, и прежде чем мы будем это делать, я бы хотел еще сократить на x плюс 1. То есть мы, во-первых, сократим на x плюс 1, а во-вторых, отбросим логарифмы. Да? Тогда у нас неравенство сохранится, то есть у нас получается x минус 2 в квадрате будет меньше либо равно 3. Ну и теперь нам осталось решить вот это вот простое неравенство. Как решать вот такие квадратные неравенства? Проще всего перенести тройку влево, представить ее как квадрат какого-то числа и применить формулу разности квадратов. Давайте так и сделаем. То есть x минус 2 в квадрате я пока перепишу, перенесу тройку влево и представлю тройку как корень из 3 в квадрате меньше либо равно нуля. Теперь я слева распишу по формуле разности квадратов, то есть это получится x минус 2 минус корень из 3 умножить на x минус 2 плюс корень из 3 меньше либо равно нуля. Ну и теперь нам осталось решить данное неравенство с помощью метода интервалов. Давайте так сделаем. Во-первых, надо посмотреть, какие корни, да, то есть, чтобы найти корни, нужно каждую скобку, каждый сомножитель приравнять к нулю и найти корни. Значит, один корень у нас будет x равен 2 плюс корень из 3. Почему? Потому что, ну, я думаю, вы это сделаете. Значит, давайте так и сделаем. Я сразу запишу готовые корни. То есть у нас получается x1 равно, да, сначала давайте вот тот меньший корень запишем. То есть x1, вот отсюда получим корень, да? То есть у нас тогда получится 2 минус корень из 3. 2 минус корень из 3. И второй корень, x2, это 2 плюс корень из 3. Решаем. На числовой оси показываем корни. Давайте так и сделаем. То есть вот так. Корни у нас входят в промежуток. Почему? Потому что неравенство у нас не строгое. Значит, точки будут закрашены. То есть вот таким образом это будет 2 минус корень из 3. Минус корень из 3. И второй корень это 2 плюс корень из 3. Далее, x у нас на первом месте, значит, плюс, минус, плюс, и мы выбираем
там, где меньше либо равно нуля, то есть там, где минус. Получается вот такой промежуток. Таким образом, у нас x будет принадлежать промежутку от 2 минус корень из 3 до 2 плюс корень из 3. Давайте не забудем еще и про вот это наше ОДЗ. Посмотрите, вот у нас. То есть у нас получается от минус бесконечности до минус единицы. Давайте я прямо на этом чертеже сразу это покажу. Ну, минус единица у нас отрицательное число, а вот это число у нас положительное. Почему? Потому что корень из 3 меньше, чем двойка. Это примерно 1,7. Ну, или так можем доказать, возвести в квадрат, чтобы сравнить эти два числа. То есть получается, вот это число строго больше нуля. То есть вот это число строго больше нуля. А значит, минус единица будет левее. Таким образом, у нас, если мы вот эту нашу область допустимых значений сейчас наложим на наше решение, то есть посмотрите, что получается у нас. У нас получается так. Решение наша область допустимых значений было вот такое. То есть у нас должно было быть от минус бесконечности до минус единицы и от 2 до плюс бесконечности. То есть вот сюда пошел интервал. Промежуток. Значит, таким образом, на пересечении находится промежуток. Давайте я сразу здесь поставлю точку 2. То есть это от 2 до плюс бесконечности. Таким образом, у нас получается на пересечении получается промежуток от 2 до 2 плюс корень из 3. Это и есть решение второго неравенства. Давайте сразу это запишем. То есть x принадлежит промежутку от 2, не включая двойку, и до 2 плюс корень из 3, включительно. Ну или можно записать это решение в виде двойного неравенства. Таким образом, x строго больше 2 и меньше либо равно суммы 2 плюс корень из 3. Итак, давайте запишем систему решений наших вот этих двух неравенств и решим ее. То есть найдем пересечение решений, другими словами. То есть нам необходимо решить вот такую систему. x меньше либо равно логарифм 11 по основанию 2. Это следует из первого неравенства. И из второго неравенства x должен быть удовлетворять промежутку от 2 до 2 плюс корень из 3. Давайте сразу выясним, где находится вот это число. То есть надо данное число сравнить и с двойкой, и с суммой 2 плюс корень из 3. Почему? Потому что иначе мы не сможем на числовой оси показать, где эта точка. То есть мы не сможем решить это неравенство. Поэтому давайте начнем с того, что сравним данное число для начала с левой частью неравенства, то есть вот с этой двойкой. Давайте так и сделаем. То есть, первое. Мы сравним логарифм 11 по основанию 2 с двойкой. Сравним с двоечкой, вот с левой частью вот этого неравенства. Как можно это сделать? Ну, во-первых, надо для того, чтобы сравнить, надо представить обе части в виде логарифма. То есть левую часть мы пока перепишем. А двойку мы домножим на логарифм 2 по основанию 2. От этого ничего не изменится. Почему? Потому что это единица. Далее. Теперь мы можем с вами вот эту двойку убрать в степень. Убираем в степень, тогда получаем логарифм 11 по основанию 2. Птичка, то есть знак сохраняется, а здесь у нас уже получается логарифм по основанию 2 числа 4. Ну и теперь можно логарифм по основанию 2, функция возрастает, значит логарифм можно отбросить и знак неравенства для подлогарифмических выражений сохранить. Почему? Потому что большему значению аргумента соответствует большее значение функции, наоборот. То есть таким образом мы с вами получим 11 и 4. Ясно, что 11 больше 4, а значит и тогда первоначальное неравенство будет иметь знак больше. То есть в итоге мы можем записать, что логарифм 11 по основанию 2 больше 2. Теперь давайте сравним логарифм вот
с этой правой частью неравенства. Сразу хочу сказать, вот сравнение именно с числом, которое содержит какие-то иррациональности, в данном случае корень из трех, является достаточно трудным делом. Поэтому мы давайте подберем, обычно так всегда и делается, давайте подберем какое-то число, которое находится рядом с данным числом, но не является иррациональным. Что это за число? Давайте разбираться. Вот корень из трех — это примерно 1,7. Значит, корень из трех — это примерно полтора. Ну, естественно, больше, чем полтора. Кстати, давайте сразу это докажем. То есть сначала докажем, что корень из трех больше полтора. Это тоже, кстати, надо доказывать. Как легко? Это доказать легко. Корень из трех больше полтора. Почему? Сразу пишу больше. А теперь доказываем. Почему? Потому что возведем обе части в квадрат. Мы получим 3 больше полтора в квадрате, это 2,25. Да, действительно, это верно. 3 больше, чем 2,25. А значит, действительно, корень из 3 больше, чем полтора. А это значит, что 2 плюс корень из 3 будет больше, чем 3,5. Давайте сразу это запишем. То есть вот так. 2 плюс корень из 3 больше, чем 3,5. 3,5 давайте представим в виде дроби, как 7, больше, чем 7 вторых. Почему, я уже доказал, да, потому что корень из 3 больше, чем 1,5, мы сейчас это доказали, а значит, еще прибавим двойку слева и справа, получим больше, чем 7 вторых. И вот теперь давайте сравним наш логарифм с числом 7 вторых. Давайте так и сделаем. То есть сравним логарифм с числом 7 вторых. Логарифм 11 по основанию 2 мы сравним с дробью 7 вторых. Как это сделать? Ну, во-первых, давайте умножим обе части на 2. От этого знак неравенства вот этот не поменяется. То есть этот знак у нас может быть либо больше, либо меньше, либо равно. Тогда давайте так, умножим обе части на 2. Получаем 2 логарифма 11 по основанию 2. Здесь пока что знак мы не знаем какой, то есть птичка сохраняется этот знак. Справа 7. Теперь давайте представим правую часть в виде логарифма. То есть, ну, во-первых, вот эту двойку мы сразу можем забрать в степень числа 11. То есть получается тогда у нас логарифм 11 по основанию 2 в квадрате, 11 в квадрате. Двойку забрали в степень. И семерку мы представим как логарифм. Для этого надо вот эту семерку умножить на логарифм 2 по основанию 2. Логарифм 2 по основанию 2. Если мы умножим, ну давайте, ладно, я это подробно сделаю. Вот таким образом. Умножаю на логарифм 2 по основанию 2. И теперь вот эту семерку я убираю в степень. Вот сюда в степень. То есть будет 2 в седьмой. Таким образом у нас получается с вами неравенство такого вида. Логарифм по основанию 2 от 11 в квадрате. Знак неравенства сохраняется. То есть вот такой, какой был, такой и есть. И справа логарифм 2 по основанию 2. Да, и 2 в степени 7. 2 в степени 7. Теперь логарифмы по основанию 2 можно отбросить. Знак неравенства для подлогарифмических выражений не изменится, потому что логарифм по основанию больше единицы, двойка больше единицы, возрастает, а значит, большему значению аргумента соответствует большее значение функции. Наоборот, отбрасываем логарифмы. И знак неравенства для подлогарифмических выражений 11 в квадрате, а здесь у нас 2 в седьмой, сохраняется. Теперь 11 во второй степени — это 121, а 2 в седьмой степени — это 128. 128. Таким образом, 128 больше, чем 121, а значит, и для первоначального вот этого нашего неравенства будет знак меньше. То есть 121 меньше 128, а значит, логарифм будет меньше, чем 7 вторых. Таким образом, мы с вами получаем окончательно следующее неравенство. То есть у нас получится, что логарифм 11 по основанию 2 будет меньше, чем 7 вторых. Но мы с вами перед этим выяснили, что 7 вторых, посмотрите, 7 вторых у нас меньше, чем вот это число 2 плюс корень из 3.
То есть давайте продолжим дальше вот это неравенство. То есть 7 вторых мы с вами выяснили меньше, чем 2 плюс корень из 3. То есть получается вот такое неравенство. То есть в итоге мы с вами выясняем, что логарифм будет меньше, чем 2 плюс корень из 3. Плюс 2 плюс корень из 3. Ну и теперь, учитывая это, давайте на числовой оси окончательно покажем наше решение. То есть в итоге мы получим следующее решение. То есть вот таким образом мы показали точки на числовой оси. Ну и теперь осталось только показать наши промежутки. Давайте начнем вот с этого промежутка, с первого. То есть посмотрите, x меньше либо равен вот этого нашего логарифма должен быть. То есть получается, вот этот промежуток нас устраивает. Далее, и x должен изменяться от 2 до 2 плюс корень из 3. Да, вот здесь вот эта точка. Так, ну да, все правильно. Значит, вот эта точка единственная у нас, наверное, входит. Да, давайте я ее закрашу. То есть вот эта точечка у нас закрашенная. Так, идем дальше. Теперь покажем промежуток от 2 до 2 плюс корень из 3. Вот он у нас. То есть это решение второго неравенства. Вот оно, посмотрите, у нас, да, на втором месте. То есть это решение второго. Ну и теперь найдем пересечение данных промежутков. То есть у нас получается вот такой промежуток. Является пересечением наших решений. То есть получается, давайте запишем ответ. 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 X принадлежит промежутку от 2, не включая двойку, и до логарифма 11 по основанию 2 включительно. Задача решена.